Mercedes V-класс Vito 447 кузов, начиная с 2016 года, устанавливаем бесключевой доступ. В комплект поставки входят ручки, провода, коннекторы, блоки управления, кнопка. И есть еще некоторые нюансы при установке, во всем разобрались и теперь уже собираем. Никаких сложностей не предвидится, мастера знают свое дело. Итак, на этот V-класс установили функцию бесключевого доступа, появился вот такой вот современный ключ. Сейчас для вас прям мы заблокировали дверь, положили ключ в карман, подходим и открываем. Просто вставляем в руку и открываем. Очень удобно. То же самое с блокировкой. Блокируется через переднюю дверь. Разблокируется задняя, вот как вы видели. Закрываем заднюю дверь. И для того, чтобы заблокировать, нужно нажать переднюю. То же самое с правой стороны. После того, как поставили на блокировку, можно завести машину дистанционно. Нажимаем и удерживаем 7 секунд. Пожалуйста, машина работает. Глушить той же самой кнопкой нажимаем один раз. Ну и пожалуйста, появилась еще вот такая вот удобная кнопка. Нажимаете кнопку, и автомобиль заводится. Не нужно будет ключ втыкать и поворачивать.